Деревни, села и поселки. Их в городском округе Мытищи несколько десятков, и почти в каждом есть одна главная персона – староста. Деятельный и уважаемый человек с активной жизненной позицией. К его мнению прислушиваются, под его ответственностью любое начинание и всякий спорный вопрос. Нам работать без старост невозможно. Мы действительно стараемся быть постоянной коммуникацией, и не только в рамках выездных администраций, где практически все старосты активно принимают участие, я хочу сказать, не по своим вопросам, а защищают права и интересов тех жителей, которые проживают на вашей территории. И мы решили простимулировать вашу активную деятельность, потому что вы альтруисты, это ваша общественная нагрузка. Староста – всегда связующее звено между жителями и администрацией. Он ратует за благополучие своего села, чтобы было налажено электроснабжение, убран мусор, отремонтирована дорога и многое другое. Валерий Шахназаров знает деревню Семкино от и до. Эта территория под его руководством уже порядка 8 лет. Первое место в номинации «Лучший староста сельского населенного пункта городского округа Мытищи» достается ему. Проект, который я сейчас хочу осуществить, это в первую очередь для стариков. И для детей. Уже первую часть работы в прошлом году мы выполнили к празднику, сделали уже сцену. Да. Теперь на этой сцене я хочу сделать домик нормальный. И там, чтобы старики приходили, бабушки мои, чайку попили, самоварчик и так далее. Дети пришли, увидали, вот стенд, это, бессмертный полк. И вот так, чтобы дети росли и видели свои спортивные достижения, своих предков. Бабушки могли тоже общаться. Победителям конкурса вручили дипломы, денежное вознаграждение и подарки. Также призеров наградили в номинации «Лучший проект по созданию комфортной городской среды в сельском населенном пункте». Вы, приходя, представляете интересы всей своей деревни, своего населенного пункта, ставите перед главой, передо мной, на самом деле, очень непростые и достаточно глобальные задачи. Но мы находим всегда тот разумный компромисс или тот план действий, для реализации этих задач. Благодаря диалогу и совместной работе удалось решить немало задач. Большинство из них, безусловно, касаются благоустройства. А сколько детских площадок появилось в селах и деревнях благодаря старостам? Эта активная деятельность точно должна быть оценена по достоинству. Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде, горят. Анна Смирнова, Первый Мытищинский.